А наш эфир продолжается, и с нашей студией на прямой связи сейчас солист ансамбля «Песни и пляски» Черноморского флота Михаил Виноградов. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как же прошел Великий День Победы, большой праздник для нашей страны в режиме самоизоляции именно у вас? У нас, мы встретили этот праздник на Сапун-горе, уже начиная с 8 утра пели песню, собственно, Сапун-гора, и закончился этот день возле вечного огня, с песней «День Победы», конечно же. Это... Собственно, все исполнили и спели. Скажите, пожалуйста, это была традиционная акция для вас? Или, возможно, в этом году что-то пришлось отменить из-за коронавируса? Что-то, добавилось? Конечно, многое изменили, отменили. То есть, но что-то остается неизменным. И мы должны были сделать, спеть. Конечно. Михаил, подскажите, а какие-то сложности возникли, возможно, с реализацией того, что вы задумали? Как шла подготовка? Потому что мы понимаем, что сейчас все события, все праздничные концерты, возможно, только в режиме онлайн. Конечно, мы готовились дома, учились на дому, было немного репетиций, но все же мы собрались и все сделали как нужно. Мы хотим попросить вас исполнить отрывок из песни, которую вы нам подготовили, для того, чтобы и наши телезрители, в том числе, насладились вашим пением и еще раз вспомнили о том, что Великий День Победы, 75 лет Победе. Пожалуйста, просим. Хорошо. Та песня «Поклонимся великим тем годам». Не забывайте грозные года, когда кипела Волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у Волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов, но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за тот великий бой. Михаил, спасибо большое. У меня на самом деле мурашки по коже побежали. Да, у меня тоже, Михаил, браво. Это действительно достойно. Если мурашки побежали по коже от онлайн-исполнения, я представляю, что творилось на Сапун-горе в тот момент, когда вы выступали. Да, вживую, конечно же, интереснее. Да, спасибо большое. Мы напоминаем, что на связи с нами был солист ансамбля «Песни и пляски» Черноморского флота Михаил Виноградов. Исполнил потрясающую мелодию, просто будоражащую все внутри.